Сегодня мы с вами будем проводить посев капусты брокколи. Агроном в каждый дом. Капуста брокколи – это однолетнее растение, пищу которого используется соцветие. Она напоминает цветную капусту, но соцветие у нее зеленого цвета. Считается это соцветие очень диетическим. Семена на рассаду для получения ранней продукции высевают в марте месяце. Почвенная смесь состоит из одной части дерновой земли и двух частей перегноя. Можно взять одну часть дерновой земли, одну часть перегноя, одну часть торфа. И добавляем песок. 1/4 часть. Добавляем на ведро почвенной смеси стакан золы. Для капусты брокколи желательно добавить такие минеральные удобрения, которые в своем составе содержат азот, фосфор и калий и микроэлементы, которые обязательно содержат медь, молибден и бор. На ведро почвенной смеси обычно добавляют 30 граммов этих удобрений. Все опять перемешиваем. Почвенная смесь также готовится за 2 дня до высева семян. За 2 дня до посева проливаем горячим раствором марганцовки, вот таким темным раствором. На следующий день мы проливаем почвенную смесь фунгицидом. Семена капусты брокколи бывают подготовлены уже на семеноводческих фирмах к посеву. Они обычно имеют голубой цвет, они обработаны регулятором роста и каким-то фунгицидом и красящим веществом, поэтому такой цвет. А неподготовленные семена капусты – это вот такие. Как готовить эти семена? Помещаем семена в марлевый мешочек такой, завязываем мешок и опускаем эти семена в горячую воду 48-55 градусов на 20 минут. Или просто в раствор марганцовки на 15-20 минут. После того, как пройдет 20 минут, промываем чистой водой. Промытые семена капусты можно опустить в воду с регулятором роста на несколько часов по инструкции. Эти ящики тоже у нас без дренажных отверстий, поэтому где-то 1 сантиметр на дне ящика мы насыпали песок. Вот эта почвенная смесь хорошо перемешивается. Она должна быть легкой, рыхлой, когда комок образуется при нажатии, и он не рассыпается. Говорят, такая почва именно благоприятна для посева семян капусты. Выравниваем тщательно поверхность почвы. Если у вас семян немного, вы можете разбросать эти семена по поверхности почвы и присыпать почвой на глубину 1 сантиметр. Но мы будем сеять рядочками через 3 сантиметра. И размещаем наши семена от друга через 1 сантиметр. Можно через 0,5 сантиметра. Поверхность почвы после заделки семян должна быть тщательно выровненная. Семена капусты брокколи, высеянные в этот ящик, будут выращиваться с пикировкой. Можно выращивать капусту брокколи и без пикировки. До края кассет почвенная смесь не заполняют и делают посредине этих кассет небольшие такие углубления, и по одному семени можно высевать. Если семена пророщенные, то по одному семени, а так вот как у нас не пророщенные, мы высеем 2 семени. Глубина вот этих углублений где-то должна составлять тоже 0,5 сантиметра. Обычно в кассеты высевают только те семена, которые или пророщены, или имеют схожесть не ниже 95%. Температура для появления всходов семян должна быть
не ниже 20 градусов. При температуре 22-24 градуса семена сходят на 3-4 день. При температуре 15 градусов семена появляются на 7 день. Посевы укрываем легким укрывным материалом и сверху укрываем пленкой. Были и поставили в теплое место.